Среди значимых мероприятий, которые у нас идет в календаре педагогическом в нашей стране, конкурс профессионального мастерства педагогического «Учитель года» занимает значимое место. Это в первую очередь в связи с тем, что он позволяет выявлять, обобщать и распространять эффективные педагогические практики на всю страну. Традиционные рубрики – это и самопредставление, и тестирование, и уроки в незнакомом классе. Естественно, компетентное жюри будет оценивать, и будет 8 финалистов, среди которых суперфиналист. 2 октября мы в этом году приурочили к празднованию профессионального дня учителя в нашей стране. Будет объявлен учитель года Республики Беларусь.